Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет! Меня зовут Антон Бельков. Я сегодня хочу рассказать о первом месяце своей активной работе компании InfoFi. За первый месяц своей работы, это был декабрь 2012 года, именно активной работы, я выполнил условия, и меня компания бесплатно направила в Лас-Вегас, то есть дала бесплатную путевку. Я туда не поехал по причине того, что у меня проблемы со здоровьем, а без сопровождающего я не мог поехать. Поэтому не поехал, но это для меня было не самое главное. Самое главное для меня было, честно, это эмоциональная подпитка того, что я могу, что я не хуже других, и что если ты инвалид, это еще не обозначает, что у тебя есть какие-то преграды, и ты можешь многое, и на самом деле ты можешь все. Уж не говоря уже о полноценном здоровом человеке. Это был мой первый месяц работы. И я еще больше не расстраиваюсь, потому что я обязательно туда попаду. Лас-Вегас, только поправить надо здоровье. Еще, конечно, сейчас вот опасно было туда ехать, потому что при смене климата возможность попадания на обострение, а этого крайне нельзя допускать при моем заболевании. Но самое главное еще то, что это была эмоциональная подпитка, такой взрыв, понимаете? То есть это круто. У меня и дальше будут успехи, я расскажу о них, какие уже произошли, которые еще произойдут, но не буду отнимать больше ваше время. Спасибо вам, друзья, за внимание.